Здорово, ребята! С вами Женек. Я хочу сделать квест, попробовать в соло на Рикару. Она элитник. Я не знаю, какого левела. Сейчас вот... Вон там вот юзнуть надо эту урну с говном. Сейчас попробую. Так, чуваки, он квестик делает. Опа, корова умеет помогать. Сейчас вот посмотрим, завалю я или не завалю. Не, в принципе, я один на один должен, потому что у меня фласка есть. О, кстати, башер. С первой доты, по-моему, так башер выглядит. А, не буду помогать, идите нафиг. А что мне тут помогать? Вот, рога. А, он в одно рыло вообще? Ладно, помогу. Это не с тобой. Ну вот, я ему помог. Двоих я на себя высыпал. Нормально. Благородный поступок. Хоть он и анды, ну да ладно. Ну как бы часть орды, хрен с ним. Чё ты написал мне через бру? Чё, нафиг меня послал, что не понял. Ну вот, сейчас попробую завалить. Испытаю удачу. Сейчас все хиты восстановлю. Ой-ой-ой. Не, всех надо убивать, полюбасу. Ну, если тут 26-е, примерно где-то... 27-й, 28-й, думаю, будет эта птичка. Попробуем. Нет, двоих вот нормально, 25-й, 26-й левел я держу. Это без хила, без всякого, без бафов. Ну, единственное, себя эту заточку повесил. И то она галимая у меня. Фей, плюс 2 корона, это вообще говно. Как и мертвому при парке, блин. А, блин, что ты меня застанет? Что-то 25-й я дольше колупаю, чем 26-й. О, еще одна фласочка, ну пофиг, так, бинтуемся. Попробуем. Тут типа молится. Молится, пацаны. Главное, чтобы не начали рисаться бомжи, когда я буду ковырять эту птицу. Начнут рисаться коровы. Ну да ладно, я по-быстрому попробую. Хотя, думаю, так быстро они не рискнутся. Ладно. Чтобы по-бырому это все происходило. Я еще не пустил. Оп. Кастуй. Не бойся. Погнали. Ну, умирай. Сейчас мы кастю что собьем. Не хочет вставать, ну ладно. О, пришли бомжи. Эй, инвайт, пацаны. Эй, говнари. Да ну вас нафиг. Сори, Дон. Ты иди тогда в жопу. Чё пришли сюда? Ну что, пробуем? Ля-ля-ля-ля. Какая-то с палочкой. Типа шаман. Он на самом краю трупов. А, 28-й. Ну как я и предполагал. Все, прожимаем. Нормально так все как. Вот у меня сейчас что есть. А так у нее этот, а так спит вообще. Ой, ё-моё! Не, фигово. Не убью я её, слава. Реально, не убью. А, блин. Стой, ладно.
А, отвали от меня. Ну блин, отагрись ты, уйди. Отстойно. Так, что у меня скроллы? О, скроллы. Сейчас попробую на скроллах вытащить, не знаю. Пожил говна. А, надо ждать по-любому, чтобы банка откаталась. Не получится. Шанс на спасение, если выше разочарование, 5.3%. Это вот за это спасение руки. Так, сколько осталось-то? 30 секунд. Блин. Ладно, попробую я в защитной стойке. Мешает, получаем урон на 10. Мешает, получаем урон на 10 и наносим урон. Но у меня урон падает. Вот это отстой. Ну ладно, что начинаем. Я сейчас броньку поломаю. Все равно в хреново. Нажимает меня. А, не вытащу. Вообще отстой. Теперь точно не вытащу. Вот отстой. Блин, и эти риснулись, говнари. Хоть ты, блин, суетиться. Нет, вам меня не взять. Кто тут бегает в инвизе? О, хелп. Блин, пацан, ну что ж ты наделал? Нафиг ты так делаешь? Ну ты редиска. Сейчас можешь срогать. А чё, он сдох? А, отлично, вообще повезло. А, вот он. Так он помер. Ну, сейчас дождемся его и шлепнем. Блин, тут умирать. Вот чем неудобно Лока, что когда умираешь, бежать вот через эти вот колдобины не очень удобно. Ну, да, на классике вообще колдбон очень неудобно расположен. На том же, там, уже на катаклизме, на пандах, там, очень близко к ладбону, там, практически. Пофиг, вообще насрать на все. А тут неохота умирать, только потому что, ну, конечно, бронь ломается, все фигня, но это несравнимо с тем, что надо далеко бегать. Вот это просто часть времени, большую времени, процентов 60, занимает вот, только тупо беготня от квеста до квеста. То есть... где-то, да, около 60% вы бежите в игре. То есть просто ничего не делаете, тупо бежите, все. Это, конечно, сейчас он придет, я подожду. А, сейчас дверь прикрою. То есть, по сути, этим классиковым хардкорами, ну, как бы вот, немножко напрягает беготня это.
однотипная, что чисто вы видите спину героя. То есть, и по сути никаких действий не совершаете. Ну, но оправдывают там квест делать или всякие жесткие движухи мутить, что вот как бы награда там, какой-нибудь шмот крутой, вот это как бы компенсируется вот этим, что вы не бегали. И вы такие, о, типа вот, наконец-то столько потел, как бы, я сделал, то есть это круто. Как бы Так. Что, сейчас выпули? Ну, тут можно... В принципе... смело. Вот чем классно сервак, что... Чувака, вот встретил чувака, сейчас вдвоем квестик сделаем. Вдвоем мы и распилим, то есть, куда. Мне реально не хватало тупо, ну, дамаг. То есть, мало и дамаг наносил, я тупо не вытачивал. Не, если б хилка там, допустим, на... все хп меня восстанавливают, может, я и вытащу. Сейчас тут все надо расчистить. А сейчас рог со спины наковыряет и все. Квест, в принципе, на изи еще. То есть опять я вот упоминал как-то давненько, что на классике вот очень много квестов, таких хороших квестов, где хорошие шмотки, это вот такие групповые квесты. Где, в принципе, одному, ну. Блин, что ж он делает-то? Фиген надо. Спешу. Стой, дай мне отхилиться, чувак, все, давай. Ну, блин. По очереди надо. А то мы сейчас две птицы вызовем и сдохнем. Все, все, дамаж, ДПС, там, что хочешь. Я крикну. Все, пошла броня ломаться. Че он там точит-то, ёлки-палки? Че-то он ей всекает, фигня. Вообще как-то, как даже как не рога. Не, нормально. А, мне фласки нет. Все сломали. О. Нормально. Зашибись. Ну да, щит говно. Норм, я сделал этот говёный квест. Хоп. ТП-шимся в город. Даже скролл не юзнил. А нафиг надо. Все, ребята, всем спасибо за просмотр. Берегите себя, подписывайтесь на каналчик. И до новых встреч.